Национальную идею Мангелик Ель с воодушевлением приняли жители Алматинской области. Во дворце спорта «Жастар» выразить свою поддержку инициативе главы государства собралось более 2000 человек. На центральной арене развернулось настоящее шоу. В музыкальных и театральных композициях продемонстрировали основные вехи становления государственности. Виртуозная постановка о баталиях с джунгарами, где в самоотверженной борьбе была сохранена целостность границ Казахстана и сегодняшняя процветающая и индустриальная страна. С импровизированной сцены звучали торжественные слова призыва объединить усилия и стать единым целым в реализации стратегии «Казахстан-2050». Мангелик Ель в первую очередь подразумевает единство Казахстана. Когда народ един, тогда все благополучие мира сходится именно этому народу. Уважение к традициям и обычаям народов Казахстана, знание государственного языка, уважение к старшим, почитание символов Республики Казахстан. И есть основа Мангелик Ель. И я уверена, что наш народ, многонациональный наш народ, придет к этой идее.